канун Дня Победы, 5 мая, на Сахалине пройдет военно-патриотическая акция «Звезда Победы». В этот день из 5 городов Невельска, Хомска, Анивы, Долинска и Корсакова стартуют автоколонны. Конечный маршрут автопробега станет город Южно-Сахалинск. Здесь, на мемориальном комплексе «Славы», состоится торжественное открытие военно-патриотической акции «Вахта памяти 2017» и пройдет церемония возложения цветов к вечному огню. В состав Невельской группы войдут представители военно-патриотических отрядов, городского совета ветеранов, казачества, волонтеры. Всего более 100 человек. Каждому участнику акции вручат значок с изображением символики Великой Победы и герба Невельского района. Служба информации Невельских новостей.